В марте жители республики будут выбирать не только президента страны, но и то, как и по какому проекту благоустроят общественные места в муниципалитетах. Об этом и других новшествах в реализации проекта формирования комфортной городской среды Ольга Пырочкина. Добро пожаловать на футбольное поле. Впрочем, футбольное оно, баскетбольное, волейбольное или полоса для прохождения препятствий, я не уверена. Когда в середине ноября прошлого года в Чувашии начали подводить итоги первого года реализации проекта формирования комфортной городской среды, то стало ясно, что слово «комфорт» порой явно не вяжется с объектами, которые пытались ввести в эксплуатацию муниципальные власти. Вот посмотрите, вот это вот железные части, они очень травмоопасны. Нельзя их оставлять, тем более вот рядом, вот, допустим, вот с лазилкой, с детской. В связи с этим в этом году ряд нововведений. С этого года все проекты благоустройства, все эскизные проекты перед реализацией проходят согласование главным архитектором Чувашской Республики. Александр Алексеевич у нас отвечает своей головой за то, что все проекты будут очень хорошие, достойные. Понятно, что есть определенные опасения, придет опять такой же нерадивый подрядчик, но решено было усилить контроль со стороны нас, то есть мы будем выезжать уже непосредственно при исполнении проекта и следить за качеством исполнения. Это касается и дворов, и общественных пространств. Впрочем, для последних есть еще новшества. Так, с этого года в населенных пунктах с численностью населения более 20 тысяч человек именно жители должны решать, какие пространства в городе благоустроить в первую очередь. Как отметили в Минстрое, делается это путем голосования. Срок до 10 февраля. Ну что ж, мы решили проверить, как это работает. И вот на сайте администрации Шумерли мы сразу обнаружили ссылку и переход на голосование. В случае с «АллатРем» вместо голосования информация о приеме предложений, причем в достаточно сложной форме. Ну а чебоксарцам, которые захотят проголосовать, придется зайти или завести Google аккаунт. И это еще не все. После того, как определятся места благоустройства, начнется голосование за конкретные проекты. Для этого назначены определенные дни. Некоторые муниципалитеты уже определились с датой проведения этого голосования по выбору непосредственно эскизных проектов. В городах Чебоксары и Новочебоксарск это будет 18 марта, воскресенье. Соответственно, вот по «АллатРю» сегодня обсуждали 20-е, в Шумере 16-е. Иными словами, чтобы городская среда действительно стала комфортной, жителям придется поучаствовать. И речь не только про софинансирование. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Республика.